серьезно. Бульдог пошел телефон продавать уже, смотрите, продает. Дед, иди посмотри, он продает телефон нахуй там. Такой. Бульдог, толкайся, толкай, 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 толкай. Все, Макс побеждает, Танька и уходит к нему. Зрительный зал нахуй. Иди сюда, Андрюха. 100 рублей, да, сюда. Прокати. Присаживайся. Его нельзя, подожди, дайте ему отдышиться. А, ну отдышись, отдышись еще. Когда бегаешь, много кругом, и чтобы вот это не было. Вот, просто раз. Сука, спорт, это, блядь. Ну-ка, давай. Сыженька, молодец, смотри, что делаешь. Раз 300, присядь. За 50 рублей. Ты что, Николу можешь спорту показать? Я на турнике только. Отжиматься? Подтягиваться? В армии не подтягиваться. Я раньше солнышко крутил. Колени. Одни спортсмены нахуй. Это тебе не поможет, присаживайся, говорил. Раньше занимался. Тихо. А сейчас какой у нас спорт? Я тебе говорю, вот, просто присаживайся. Вот, можешь? Вот. Бульдог помирает. Аня, сопля ошибла. Уйдя. О, блядь, ну что за спорт, нахуй? А ты, Максим, бутылку поставь ему, чтобы он на бутылку присаживался. Да я. А потом как ее пить-то, нахуй? А ты горлышко вниз, коричневое чудо. О, Бульдог, давай. Бульдог, тоничку подними 5 раз. Сможешь? У меня только сопли. Бульдог, сопли-то, блядь. Нет, я сбавил. Была 68, сейчас. Ну что? Вес. Танюшка похудела. Ну-ка, подними, Валентин, сможешь поднять, нет? Не. А? Вот и за больница. Больница за больницей. Вообще пиздец, это молодец. Ну, как отдышался хоть? Мишка, отдышался? А и даже... Нормально хоть чувствуешь все? Сейчас. Отдышись. А мы все с Шанхая ёбнутые. Да я тебе задышку отдам. Ну заебал. Просто пипец. Кого? Задышку ему. Не надо пока пока дышится, он говорит, курнет и умрет. Где это окно закрой в машине, блядь? Через нос нахуй. До сюда нахуй такой. До жопы? До живота. А там и жопу выходит. Через нос там вдыхаешь. Но жопу выдыхаешь. Жопу выдыхаешь. Через нос. Молодец. Через живот. А, где 20? Вот так вот. 11. Дышать еще надо уметь, да. Бульдог, подними Танюшку хоть. Сможешь поднять, нет ее? Ну что? Эй, подними. Слышь, Макс. Все, нет, я была 68. Ну, у тебя сколько? Сейчас 65 стало. Понимаю. А ну-ка нахуй. У меня день пролетный. 10 раз отжиманий. Слышь, там дед не замерз. Андрей! Выросло. Держи хуй бодрее. Ты сколько выпил? Давай 10 раз отжиманий. Сколько весело? 68. 68. А выпила сколько? 65 стало. Ну и что, так ну... Спирт тебя поправил, нахуй, у тебя это вес избавился. Я зубы стали вставать. Давай, Рыжи, заставляй его нахуй. Не только бутылка весит, нахуй, ты тоже будешь весить. Вот тебе, чем больше тебе, вот еще выпей, еще тебя больше. Ты мне давай, на, не давай. На 69, нахуй, больше. Давай, вывести. Нахуй, ты подожди. Бульдог, красавчик. Танюшка, блядь, толстушка позвал, нахуй. Толстушка, блядь. Какая толстушка? О, тихо, зашли. Макс, не будь случай, блядь. Давай зажигалку. Че, нет? Бульдог чуть не умер, молодец, Бульдог. Красавчик, Бульдог. Где он, красавчик-то? Все, поднял, нет меня, блядь, красавчик. Страшной красавчик вообще. Не обломись, давай. Страшной красавчик, поднимай, Танюшка, давай. Поднимай, Танюшка, раз. Поднимай, поднимай! Не так, блядь! А вот под ну ногу! Как на свадьбу, как на свадьбу ее кого-то потащил? Да. Как, представь, что мы на свадьбе, как, давай! Давай, Бульдог! Их невесту, давай! А, оба, взял! О, а, пук, Бульдог пернул! Ура! Молодец! Водку нахуй! Ну-ка, Бульдог, давай сейчас поднимай, сейчас сфотографирую тебя! Бульдог! Подожди, Бульдог, подожди, подожди, подожди! Давай! Давай, Бульдог, Бульдог, поднимай! Бульдог, поднимай! Бульдог! Давай для Инстаграма, поднимай ее. Не подлизывайся. Давай, взрыв. Вот так нахуй.
Опа. Бульдог такая рожа, блядь, как насрал штаны. Все хорошо. Хорош. Расслабился, и хуй. Ничего, нахуй, на ухе. Бульдог, давай, давай. Бульдог. Нет, ты что, гонишь, что ли? Меня. Сразу говорю, нахуй не поднимай. Сколько весишь-то, блядь? Бульдог, давай сейчас Максиму поднимай. Поднимай Максиму сейчас. А Рыжик, Рыжик маленький, давай Рыжик. Самый маленький Рыжик. Вот Рыжика поднимай. Давай Рыжика. Рыжик, где ты? Давай, Рыжик, поднимай. Рыжик, кто не поднимет, он самый крошечный. Рыжик, со всеми поднимут Рыжика. Маленький, все поднимут. Кто не поднимет Рыжика, Рыжика поднимут все. Мне кажется, всем поднимут. Давай, Бульдог. Давай, Бульдог. Бульдог, поднимай давай. А если я тебе? Давай, поднимай, Никол, ты его. Ох, да. Тут, блядь, борьба идет, нахуй. Давай, поднимай, Бульдог. Рыжик, да. Разгляньте, да я будьте колёс. Бульдог, поднимай. Наконец-то Валентин появился, блядь. Где ты был, Валентин, все это время? Я до сих пор не был. Я вам разглядел. Поднимай Рыжика. Рыжик, ты меньше горит. Рыжик. Давай, давай. Давай, я тебе больше. А теперь больше. Маленький совсем. Теперь больше, тяжелее был, нахуй. Теперь больше, где не поднял, нахуй, все. Поднимай Рыжика. Больше шесть. Поднимай Рыжика. Вот, блядь, весов нету. Бульдог, видишь, все за тебя задало, смотришь, он, видишь, все начали я ходить. Я даже сдала уже. Бегать начали. Палками. Лыжники. Скандинавская пошла. Скандинавская. А что? Лыжники, да. Тебе дам нахуй толстую, блядь. Палочки, ну и что палочки эти, блядь? Припекать ничего. Палки какие-то, нахуй. Я тоже так же могу идти вот так. Со своей палочкой? Вот так. Рыжу подними. Сейчас я по кругу пройду, нахуй. Давай. А, да еще он спорт. Ну это уже так, все. Чисто. Без бабок, нахуй. Он еще сотку, короче, заработает. А больше нету сотки. Придется так. Так. Холостую. Все, вернулся. Вот все. Отгулялся. 20 копеек заработал. Рыжик, где ты поедешь? А вот так. Пошли, Марк, пошли, я вам дам. Никола, пошли, я вам позорю дам вам. Деньги дал. Пошли, Рыжий, ты собирайся. Бульдог, пошли, я позорю тоже дам. Танюшка, пошли. Давай, скандинавский, давай. Как ты делаешь-то? Давай. Ты его не трогай, это мое. На коньках. Я его трогаю. Бульдог, это нет, это не это. Опа. Я за то, что он всегда такой. Лыжник, поехал. А палки где были? Палки про мешнок. Палка про мешнок, нахуй. Бульдог, не уезжай далеко. Бульдог ушу показывал. Только что показывал. Покажи ушу, как ты? Это уже... Давай, Бульдог, ушу, чешу. Давай, Бульдог, чешу. Твоя варежку. Пипец. Что это, чешу? Вяжки. Как-то так. У кика панахать. Нет. Пошли, ладно, пошли. Пошли по позорю дам. Бульдог ушуист, блядь, ебаный. Бульдог, ты что, ушу занимаешься? Ну, ушу, это гимнастика. Чешу, наверное. Китайская гимнастика. Вот тогда в это дерево пнуло, вот это ебнулось. Гимнастика чешу, да? А то что, а там тут же, я тут другое. Чешу, да? Там есть, да, хорошо. Пьет, наверное. Или дед. А тебе еще лучше. Серьезно? Ты давай это самое. Бульдог, кому приехал-то? Бульдог, ты, мы все, я домой поехал. На, сигареты тебе. Вот что за. Макс! Макс! Рыжий, садись. Она закрылась так быстренько, блядь. Никола, тебе дал сигарету? Никола, тебе. Много не пейте. Бульдог. Тебе. Максим! Дай сюда. Он занят. Тебе. А где тетя Валя? Тетя Валя хуй. Тетя Валя с водкой съебывается. Он там это забрал, блядь. Водку? Ну. Съебывается. А, тетя Валя, смотри, съебывает с водкой. Бульдог. Это сама. Смотри, пока. Давай-ка, завези. Давай-ка. Садись, завезу. Бульдог, садись. Ладно, Никола, давай с этим остановить. Давай, следующее воскресенье, там же жди. Ну. Давай, соблю в тени.
Говори, слизь, что ты не слизь? А, закрыто? Бульдог! Макс! Ну все, до воскресенья, с рублем воскресенье. Да. Все, готовься, толкаться будем. Опять. Чего, блин, не хватит? Да, да, открывай, дед, блядь. Биться не будем? Не, не, толкаться, толкаться. Все, Никола, у вас Валентин пузырь ебнул. Сейчас попробую узнать. Попробую, говорит, так как. Он нихуя бежит, как конь, блядь, вороной, блядь. Все. Блин. Давай, догони, забери у него хули, он неправильно делает, некрасиво же. Ладно, Макс, давай, все, мы уехали. Давай, Макс, два пузыря, самое главное, на руке, нахуй, все. Давай, Макс, готовься, нахуй. Все, пошел, до воскресенья, там, да. Все, всем пока, всем до свидания, всем здоровья, живу. И пока. Дед, ты это самое, ты на самом деле постоянно пачку открываешь, новую. Ты где берешь ты их, дед, нахуй? Не ругаться. Ты что, тебе столько уже дали, даже я дала пачку, блядь. Тихо! Давай-ка, а где твой? Да, до Коляна, до Сани, нахуй, до всех. На приемку, нахуй, туда. А все. Ну хватит там-то. Да мне деньги, нахуй. А я тебя обратно повезу. Бульдог, ты что, еще не угомонился? Нет, я еще, Макс. Блядь, он, блин, не обижайся, нахуй, на меня. Не обижайся на меня? Я тебя еще не... Че, рыжий, давай из деда вас увезу сначала. Подожди, давай рыжего, потом увезите, нахуй, за первого, нахуй. Там, с светкой, я не... Давай это, не, я Кирюху увезем. На Войкова? На Войкова, нахуй. Давай увезем. А я на Суперу уеду, нахуй. А он не поедет на Суперу, все, он к деду уходит. Понял, что ли, гостя мне пухущий, да, у меня нет никого, нахуй. Не зли, нахуй, у меня есть, блядь, вон, одна. Знакомая у тебя девушка, нет, нахуй, а у меня есть. Она где-то там с другими там где-то гуляет. А тебе не ебёт это нахуй, что ты ему подливаешь масло в огонь? У меня есть. У меня что есть? У меня то есть, что у тебя нет. У меня есть друг. Дед. Макс. А дед? Дед же тоже друг. А, подожди. Нет, дед не друг. Дед пленник. Помойка, хожу помойку. Вот и ешь помойки, да все, что ты, блядь? Кто тебе дает-то, блядь? Что тебе? Все там, блядь, губы, что ли, блядь? Когда с деньгами, а без денег? Девочки. На помойке же все можно найти, хули ты? Да, да. Ешь помойку, да, у меня просто, я мажу постоянно. Это главное. Ну, это женская штучка. Главное, что то, что вы телефон, нахуй. Я бурят подогнал телефон тебе. А какой мне подзарядку надо? Это аккумулятор. Да иди, а ты сам пробьешь его сегодня. Ну, хай зарядка где, смысл? Нет, подзарядка это круче. Да, нет. Смысл ему зарядку, если он пробьет его сегодня же. Куда мы едем? Бульдога сейчас высадим этот, на Войково. Ты что, опять понесло? Остапа нахуй или что? Я с тобой разговаривал? Все, Бульдог, пока. Залови, пожалуйста. Да не, блядь, туда, обратно. Давай, давай быстрее, блядь. Вон еще, пускай тебе тот песик сожрет, сука. Он лохматенький, какой сладкий. Видите, какой сладкий. Давай, блядь. Давай быстрее, блядь. Давай. Бегу туда и обратно, нахуй. Блядь, какой хорошенький. Бульдог, погладь вон того пса. Это писька. Тимой золотой такой комочек пушистый лежит. Давай нахуй, пахай. Поехали. Сейчас подожди, не, сейчас дождемся, увезем его. Чего? Я домой хочу. Домой. Где твой дом там? Дом-то у Наташки там. А, у Наташи на базарах. А, бункер. Я и сам могу развернуть. Че, блядь? Вот этот весь металлолом. Для бункера. Че, сомневаюсь. Друзья, познаются в беде, давайте люди. Да, ты че, дед, блядь? Все поживет у вас немножко. Че ты гонишь? Слышь, как что-то, блядь? Рыжик, не ходи, поехали уже, все. Рыжик, ты че? Пусть рыжик.
Садись, рыжий, поехали, все. Рыжий, ну-ка давай блин. Давай улицу не грей нахуй. Рыжий ревет, что ли? Что ты греешь улицу? Поживем, пускай вас, конечно, хули ему там в одиночестве, блядь. Он даже не пьет, блядь, ждет бабу, блядь. Ебаный в рот, блядь. Танечка, любила бы рыжего. Садись, Вовка. А у меня везде и всех, блядь. Вот такие дела, блядь. Это блядь, наверное, телефон там задает, падла, блядь. Сейчас ебаный, тебя парень, проверим, блядь. Нахуй. Где тебя пошманаешь, его проверишь. Нахуй ему шлют-то, блядь, если, блядь, уже нету. В этот же день не будет. Ну или на следующий. Смотри, как нажрется. Где, ну ты хоть бы кошку открывал? Гандон. Гандон. Вон, где-то же. Дон-дон-дон-дон. Бульдог, давай быстрее, блядь! Чё там, сука, застрял? Кричи ему. Бульдог, быстрее давай, мы поехали! Иди нахуй. Сука. Дойдёшь. Ты мой хороший. Ах, блядь, какой бульдожик хороший, какой нахуй. Нет, не бульдожик. Чёрный лучше. Давай, ля, бегом, нахуй. Иди запрыгивай. Быстрее, блядь. Сука, блядь. Отдай машину. Иди запрыгивай. Сказал. Падла, блядь. То сейчас я рыжий тебя отъебошит, нахуй. Я ехать хочу. Куда? К маме. А, к Наталье? Да. Да, блядь, машину свою понабру. Че, тормоза отказали? Блять. Дай им поебальник, чтобы он, блядь, слушался нахуй. Ой, поебальник. Жмите руку ему, давай, бульдог, пока, до воскресенья. Давай, до воскресенья. С дедом прощайся. Деда, давай. Ему не прощаешься. Ты, блядь, дайте нахуй шоколадку, нахуй. Шоколадку я тебе убрал в рукав, ты че, сука, забыл, что ли? У тебя, нахуй, все они. Где он? Блядь, помогайте бульдогу выйти, нахуй. Ну, опять началось. Это все валенки виноваты. Валенки. Бульдог, давай, блядь, ждем тебя, все ждем-то, блядь. Мне сейчас всех развести надо, блядь. Ну, Валяча, сзади меня, нахуй. Да ёб твою мать, за ногу, вдоль коромысла. Нахуй тебе нужен, нахуй. Вперед, на выход. Сам, это, сам. Давай, бульдожик. Это. Все, пока, до воскресенья, бульдог. Там же, в воскресенье. Я сейчас, блядь, блядь. Ну, я похуй, блядь, где помоги ему, там он не может найти эту. Да ну тебя нахуй. Нажрался, бульдог, блядь, вообще уже башка не варит, блядь. Алкоголик, блядь. Андрюшка, пока. Все пойдет, нахуй. Андрюшка, пока. Нормально, нахуй. Андрюшка. Все пойдет. Пока. Блядь. Я понял, все, нахуй. Поехали, нахуй. Блядь. Андрюха, пока, говорю. Пока. Была. Ребята, короче, ну прощайся, но не навсегда, конечно, нахуй. До воскресенья. Да. Короче, сколько вам я торопишь, нахуй. Да. Чего вы торопите, бульдог? Запнется нахуй. Да, пипец, короче. Да, подожди. Да дай-ка я ебану. Да, иди. Где ты же? Русский рубль. Давай нахуй. Нет, это между делом выпить. Пока бульдог лает. А бульдог сразу же быстро забирался, да нет? Андрюшка, пока. Это, пока. Вадя, Танюшка. Давай я тебя целую, нахуй. И все, с прошедшим для тебя. Изнасиловать. Мартом, нахуй. Дед, вы уже два раза выпил, бля, пока бульдог лазит, нахуй. Да, дед? Ёбаный нахуй. Он, вы напомните, ну, что сидишь-то? Он забыл, что делал. Хули сидеть-то уже, холодно. Дед, вытащи его, нахуй, туда, на улицу. И будем так до вечера сидеть. Чё, не можешь идти, что ли, бляха-муха? Не разори меня. Иди, блядь, давай, давай, вперед пошел. Давай, блядь. Ты чё, течение, что ли? Нет, хуение, давай, хуение. Давай, пошел. Ёб твою тебе мать, заново. Дай в кромысу. Давай и в кочергу. Бульдог, давай, бульдог, к тебе деду везем. Пока. А. Иди нахуй. Все. Поехали. Пока, пока.
мы все слышим, мы все знаем, ну тебя пизду. Ханду. Все, Ряшки, поехали, дед, дед, заебал. Дед бы уже раза три выпил бы, пока он вылазил. Что ты с чем? Да хули он, блядь. Ты это куда двигаешься? Ко мне на колени! Деда сегодня, блядь, везем. А это уже по привычке, да, Рыжик? Да, на коленке дедушке, да. Дед, дам я ему водку еще, не переживайте. Да не по привычке, дед. Че? Тут у меня. Хуй, че, куда едем? Все, домой вас. Домой. Короче, меня везешь. Это, того капуча. Понял, ребят, короче. Сейчас сначала Рыжу там высади, потом поедем на Таньку, на Малыша, я уже высадил. Значит, ну что? Ладно, хорошо. Рыжа, он на Наташке не высадит. Так и будет, по-вашему. Хорошо. Кого? Ну, я Рыжа, ты со мной поедешь. Так он к Наташке увезу его. Я тебе говорю, ты меня довезешь до Каплюса. А Рыжего? А он же говорит, со мной поедет. В машине посидит. Нихуя, то есть... Я жду, куплю хлеба. То есть мне еще ждать тебя, что ли? Нет, дед, давай уж как договорились так. Я сейчас Рыжу ужу к Наталье, так? Так. Потом тебя повезу до Колплюс, и все, поеду Таньку на Малышу возить. А ты уж там сам дойдешь. Че, дороги не знаешь, что ли? Я-то знаю все. Ну и все, что ты? Я тебе GPS-карту дам тебе нахуй, да иди по карте. Кого? Карту. Какую карту? Ну, чтобы найти, где Наташка живет. Ты пока ходишь в Алкоплюс, а Рыжий с Наташкой покувыркаются. Да, я согласен. Ты придешь руками после. Да, блядь! А то тогда перекрестился же. Слава богу, что не я. Ну, я самый богатый буду. Сейчас я. Да, я самый богатый буду. Хуй ты богатый будешь. Хуй ты богатый. Яйца опустили. Дед не пойдет за хлебом, блядь. Похоже дело, блядь. Да, дед. Нахуй мне хлеб нужен. А что сюда? Я, нет, понял. Не пизди, дед, я, мы делаем понял, так, чтобы понял, красиво. Понял. А с Рыжим, дедушка, поговори, блядь, то реально рогов наставить. Блядь, будете пить, а я буду, блядь, приду, и у вас нихуя не будет. А ты быстрее иди, да, все хули ты. Ага. Тебе же хлебом надо, блядь, а не им, блядь, хули. Вот такие дела случились, спросите нас, спросите. Товарищ повелитель, нет вас, я не казню, возьмите всю казну. Опачки. Пошли, Рыжий, выходи, пакет забирай. Пошлите, пока... Пока мы ездим, ты попейте нормально, выпейте, все, деду нихуя не оставляйте. То он ему старый уже и так уже маразматик. Ему пить нельзя много, нахуй. Да? Правильно, Рыжий? Ну, наверное. Давай, держи. Ну. Держи, ну. И держи три, нахуй. Пейте спокойно. Ой, маленькая. Да. А деду ничего не оставляйте, понял? Деду ничего не оставляйте, понял? Да, пускай дед губой трясет нахуй. Дед, ребят, расстроился. Че, а мне водку? А то, говорит, они выпьют без меня ее. Пока я хожу. Сам за хлебом собрался, да? Он за хлебом. Мам! Мама! Мать тоже, наверное, бухая валяется там. Все, Рыжий вернулся в дом, нахуй. Заходи, Рыжий, пошли. Наташка. Че? Привет, Рыжий, все, вернулся к вам. Ты что делаешь, Рыжий? Бабушка? Зачем? Воду цежу. Светка загуляла, нахуй. Светка загуляла? А нет-то где? Поехал за хлебом. За хлебом поехал. Ой, блядь, как ты пьяный-то, что у тебя с курточкой-то? Ладно, Наташка, сейчас дедушка придет, за хлебом увезу его. Давай, Рыжа, не выгоняйте его. Слышишь, пусть у него же деньги есть, чай купит, чай нет. Ну, сам пускай же там купит. Нет, ты ему напомни только, ладно? Ладно. Чаю, чтобы купил. Я без чая. Все, у вас там водка есть, все дал. Все, Наталья, давай. Ну, давай, все нормально. Рыжика не выкидывайте. Сейчас же пожертву. Че? Я что выброшу-то? Ты сам наша никогда не выбросил. Сейчас и вас упадем на диван. Да пошел ты нахуй, блядь. Давайте пока я еду, поебитесь нахуй. Да что ебнулся? А дед переживает. Сейчас ходить буду, они всю водку купят, мне не оставят. Я говорю, что ты, блядь, всю выпьют-то? Да ты что смеешь? Дед говорит. Вот вы ушли, я ту бутылку... Все, ладно, Наталья, мы ушли, давай. Рыжий, пока. Ну все, ребятушки. Рыжий, дед, ты куда пошел? Нахуя? Пакет мне надо. Так я тебе дам пакет, пошли. Чё она? Бухает, там в пузырь добивает уже. Нихуя, он сказал, чтобы ты чай купил еще. Блядь,
Говорит, хули, дед говорит, больше меня пьет, блядь, хули. Ага. Проститутка ебаная. Проститутка? Клюха болотная. Почему? Пьет она больше меня. Сама пьет больше меня. Блядь, дед, ну что ты, ладно, я дам тебе пузырь, что хули ты. Где сидишь машину пока? На, тебе пакет сразу. Ну сиди с той стороны, что ты? Давай, дедушка, все, не ругайся. Чего она тебе проститутка? Она же не проститутка. Да она не проститутка, но. А кто она? Блять. Клюха была. Все, открывай. Сколько вас много? Нюшка, Нюшка, Нюшка. Нюша, да это Нюшечка. Вот так вот ваша любимая девочка. Это Нюшка. Так что где-то они сейчас и водку выпьют, нахуй. Ты хоть там оставишь. Приемный тоже хороший. А родная красавица. Говорю же! Гаврик ебаный, блядь, ни разу, блядь, не погладить Гаврика ебаного. Он не подойдет. Он не подойдет. Ну такие же хорошенькие, ну такие большие, блядь. Да нахуй, маленькую под каморку мне вот такую вот собаку. Капа. Представляешь, да? Таня. Она всю квартиру займет, Катя. Такая собака. А, вот Капа, Капа белая. Вот дочка, дочка, или кто она там, вот это вот. Да, Капа. Капа ее зовут? Да. Хорошая, она такая шумливая. Она меньше этого рыжего. Меньше на год. На это, на месяц. Угу. Она его ебашит. Вот так вот. Ну хули делать, бля. Баба. Че, ты реально будем? Не хочу я сидеть. А че, ты просто отпиздить-то его не можешь, хочешь? Не хочу. А что, как говоришь? Да если я наебну, я убью. Кого, бульдога прям убьешь, что ли? Да. Че, серьезно? Не хочу. Ты такой опасный, что ли? Да, дед? Не хочу сидеть. Так а зачем ты его бить тогда хочешь? Я не смогу так. Не, а зачем? Если наебнуть, так наебнуть. А нахуй ты его идти, наебнуть ты его? Че он тебе сделал? Да ненавижу его. Да че, бля, че он тебе сделал? Он вроде плохого ничего не сделал. Да не сделал. Просто ненавидишь, что ли? Ненавижу. Ну ты, блядь, тоже такое, блядь. Надо что-то это, блядь, мотивировать свое, а то, блядь, просто ненавижу. Он же тебе ничего не сделал. Не сделал. Бабу у тебя не забрал, блядь, деньги у тебя не воруют. Помойки. Пиздит своим языком, а то и не то. А что он пиздец? Ну-ка расскажи. А хули рассказывай? Что ты не видишь? Сам не видишь. Ты, нет, блядь, не пацан. Mm. Ладно, дедушка, готовься к высадке до воскресенья. А я знаю. О! Ты за базар отвечаешь, да? Дрова продаю. Давай, дед. Спасибо. Давай, дедушка. До свидания. До свидания. Давай. Давай, дедушка. Давай, береги. Всего хорошего. Давай, дед. Будьте счастливы. Давай, дедушка. Ты тоже береги себя. Да, давай быстрее, а то они сейчас водку купят там, блядь. Быстрее иди. Да последний, нахуй. Сучки? Дед, блядь, Наташка проститутка называет, блядь. Дедушка, пока! Давай. Да, ребёшки, дедушка такой вот он, блядь. Да, скажи, вот. А я пошутил, что она водку купила. Он раз, её проститутка называет. Вот такой дед, нахуй. Ладно, ребят, пишите комментарии, мы поехали Танюшку высаживать. Танюшка приехала, пока, Танюшка! Все, пока-пока. Давай, иди подружки надо, что, думаю, не скучно тебе, блядь. Иди подружки, да и все. Ну, не скучно. Ну все, Танюшка, давай, до воскресенья, поедем? Да. Ну все, всем привет там, Дамирчику. Дамир, привет, Паша, привет большой. Скоро приезжай в гости, то скучно, скажи. Да, скоро приедет Пашечка, да, Паша? Ну все, ребяточки, давай, Танюшка, пока. Ну все, ребяточки, вот Танюшку высадил, поехал до дому. Ребята, такие серии, я думаю, вам понравились, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ребята, там общаюсь с подписчиками, лично общаюсь, ребята, какие вопросы появляются, пишите, на все отвечу, как бы так, ребят, группу ВКонтакте не забывайте, там я выкладываю видео, которые не выходят на ютубе, ну все, всех обнимаю, всем здоровья желаю, берегите себя, берегите близких, ребят, пока-пока.